Проклятый русский. Виктор, вообще-то Сомов у нас не работает. Я понимаю. Хорошо, я постараюсь выяснить. Вот тебе и выходной. Да? Послушайте, только что позвонил Виктор. Помните, хозяин русской рулетки? Он волнуется, что ничего не слышно от Сомова. Он вам звонил? Нет, я сам хотел ему позвонить, но его телефон отключили. Задолжал. Ведь Рэйчел звонит ему из тюрьмы за его счет. Что предпримем? У меня есть знакомый в тихуанской полиции. Поговорю с ним. Неплохая идея. Вы ужинали? Нет. Собирался купить себе сэндвич. Я на автомобильной стоянке у рынка. А? Я вас вижу. Повернитесь ко мне. Еще. Видите меня? С кем вы говорите, лейтенант? С вашим двойником, сержант. Садитесь в машину. С удовольствием. Я здорово проголодался. Куда едем? Ну, я знаю одно местечко, недорогое. Мой совет – проверять всю приходящую в компанию почту, усилить охрану до тех пор, пока террорист не будет найден. Мы, конечно, последуем вашему совету, мистер Марч, но откуда вы знаете, что следующий взрыв произойдет именно в нашей фармацевтической компании? Мне дана информация свыше. Свыше? От Бога, что ли? Нет, звонка с небес я не получал. Но мои сотрудники внимательно изучили этот вопрос.
И после вот этой статьи в газете решили, что следующей мишенью после компании Релк будете вы. Стэнли, сейчас же свяжитесь с отделом писем. Примите предупредительные меры. О подозрительных почтовых пакетах ставьте меня в известность. С этого дня следует тщательно проверять почтовые поступления. Кроме того, произведите досмотр пакетов, уже находящихся в отделе писем. И свяжите меня с охраной первого этажа. Слушаюсь. Они проверяют даже почтовые открытки. Почта задерживается на 2-3 дня. Они в панике после того, что случилось в Релко. Да, но я не знаю. Билл послал мне коробку шоколадных конфет. Они не испортятся под этим сканером? Я думаю, что не испортятся. Ну, хорошо тогда. Да, я чуть не забыла. Возьмите. Спасибо. Рекламу я вижу так. Плачет маленькая девочка. Но ее мать не реагирует. Она в депрессии. Готова покончить с собой. И вдруг возникает надпись «Пеллериум». Мама улыбается, обнимает дочь. Дочь тоже улыбается. Повторная надпись «Пеллериум – это твой путь к радости». Хелен, что вы думаете? Великолепно. Да, мистер Сторджес. Что это? Не понимаю, вы о чем, сэр. У меня новый письменный прибор. О, наверное, его прислали ко дню вашего рождения. Я его тоже раньше не видела. Подождите. Подождите. Нет. Красивая ручка. Но если вам не нравится, я уберу. Нет, ничего. Просто я немного напуган. Я понимаю, сэр. Подпишите. Да-да, конечно. Я могу идти? Да, спасибо. Да, Хелен, у меня одна просьба. Мне нужно, чтобы вы кое-что отпечатали. Одну минуту. Я так и знал. Сколько жертв? Сколько жертв, спрашиваю? 5 убитых, 12 раненых. Вам нельзя волноваться, капитан. Если вы не найдете этого негодяя, я вас выкину с работы. Всех. К чертовой матери. Что вы меня здесь держите? Зачем мне ваша больница? Я чувствую себя нормально. Вот что удалось найти в архиве по поводу Лиз Макловски. Спасибо, Клейтон. Молодцом. Спасибо. Позовите Макмиллана. Конечно. Ну как, Марч? Прединфарктное состояние, но орет на всю больницу. Зато здесь стало намного тише. Это ненадолго. Вам удалось выяснить, где живет Макловский? В квартире на 1170 Гордон-стрит. Но его там нет. Он, говорят, где-то в Тихуане. Что еще? Соседи жаловались на Макловский в полицию. Это было после того, как у него украли дочь. Он буквально потерял голову. На что они жаловались? Он стрелял по ночам из пистолета в воздух. Пришлось посадить его на сильное лекарство. Успокаивающе. Да. А какая компания славится подобными лекарствами? Релко. Именно. Установите за его квартирой наблюдение. Как только он вернется из Мексики, доставьте его сюда. Побеседуем. Вы думаете, он виновник взрывов? Пока не уверен, но все так складывается. Психологическая травма, лекарство компании Релко и, наконец, псевдоним Брома, укравшего у него дочь. То есть Ларри подписывался Бромом, чтобы ему отомстить? Свяжитесь с тихуанской полицией. Знает ли там Ларри Макловский? Вы думаете, мексиканцы согласятся с нами сотрудничать? Будем надеяться. Ладно. Кстати, сержант, что слышно от Сомова? Ничего. Телефон по-прежнему отключен за неуплату.
Погряз в долгах. Конечно, ему платить и за квартиру, и за машину, а в ресторане работа почасовая. Не разгуляешься. Правда? А я думал, его там кормят икрой, поят шампанским. Нет, серьезно, неужели мы не можем дать ему работу? Хорошо, попросим русскую мафию что-нибудь натворить, вот и... Вы опять шутите. Да, вы правы. Жаль человека. Прибыли, мы на границе со Штатами. Давайте я ее понесу. Не надо, не трогать. Лена, видишь это? А теперь? Ничего, а? Ладно, пойдем. Мы еще в Мексике. Нас разделяет от штата в 20 метров нейтральной полосы. Мы к ней все ближе и ближе. Как только мы пересечем границу, нас будет ждать машина вон у той горы. Мне кажется, у Лены повысилась температура. Ну-ка, иди сюда. Как ты? Да, у нее жар. Я предупреждал. Надо было оставить ее на ранчо. Не говорите глупости. Зачем подвергать ребенка риску? Я знаю, что я делаю. Ладно. Можно здесь. Теперь, Рита, старайтесь наступать только на траву, чтобы не было видно следов. Мы сейчас выходим на нейтральную полосу. Два десятка метров, и все, мы в Штатах. Скоро мы в Америке. Ладно, пошли. Осторожно. Наступили. Так, подержите ее. Держите. Что такое? Идите, я пока замету следы. Не волнуйтесь, я сейчас догоню вас. Наступайте только на травяные кочки, как я вам сказал. Дайте ее мне. Мне кажется, ей хуже. Все. Потерпи чуть-чуть, малышка. И где же машина? Она должна быть вон там, рядом с этим деревом. Мы что, опоздали, что ли? Нет. Тогда где машина? Может, вы договорились встретиться в другом месте? Нет. Видимо, что-то с Максом случилось. Что будем делать? Пойдем пешком? 30 километров по раскаленной пустыне? Ребенок не выдержит.
Тогда мы пойдем сами. Проводник, койот называется. За что вы только деньги берете? Если вы пойдете, вас арестуют. За что? Мы уже пересекли границу. А если вас спросят, почему вы в пограничной зоне, без документов, да еще с ребенком? Что вы предлагаете? Дожидаться Макса. А что, если его поймали пограничники? Тогда нам придется вернуться на ранчо. Ни за что. Никогда. Лучше я останусь здесь. Тогда так. Если попадемся, я скажу, что Лена мой ребенок. У меня американский паспорт, это поможет. Ну и план. Я буду сидеть в тюрьме, а дочка останется с вами, да? Хорошо, давайте рассмотрим ваш план. Вас посадят в тюрьму, а дочку отдадут чужим людям. Но ведь меня-то она хоть знает? Ей лучше с чужими людьми, чем с таким психопатом, как вы. Ошибаетесь. Хочешь попить? Сейчас попьем. Здравствуйте. Не знаете, где тут можно найти бензин? Тут нет дороги, нет бензина. Может быть, бензин есть у человека на ранчо? Там? Да. Спасибо. Жаркий денек, а? Я думаю, что с Максом что-то случилось. Он никогда так не подводил. Придется возвращаться. Я никуда не пойду. Я им все объясню. Америка — цивилизованная страна. Вы нелегально пересекли границу Соединенных Штатов. Это преступление. Вам грозит тюрьма. Так что надо убираться отсюда. Я никуда не пойду. Дождались. Вертолет. Скорее. Двигаться. Руки за голову. Стоять. Возьмите ее. Быстро, быстро, быстро. Ну, долго еще? Смотри, это он. Гони. Быстрей. Запасного-то колеса у меня нет, сеньор Моралес. Ничего, я и так его найду. Я прижму Фернандо. Он мне его выдаст. Кончились твои счастливые времена, белый койот. Слышишь, кончились. Он думает, он может убежать от Моралеса. Нет, он меня плохо знает. Да, ты не знаешь сеньора Моралеса, дурак. Когда я его поймаю, я его раздавлю, как термита. Как муху. Да, тебе не уйти от сеньора Моралеса, койот.
Ей нужно в кровать. Спите у меня, а я буду в сарае. Спасибо. Пожалуйста. Ларри, я хочу с вами поговорить. Ну как она, уснула? Да, она спит. Я слушаю. Я хочу сказать, я чувствую, что совершила ужасную ошибку. Я не думала, что все так выйдет. Я больше не хочу в Америку. Я хочу домой. Вот как. А я думал, там небезопасно. Да, было. Но у меня там живут родители. Я-то с дуру поехала вслед за мужем. Потом решила в пику ему устроить собственную жизнь. Я хотела переспорить судьбу, но не смогла. Я так устала. Прошу, отвезите нас в аэропорт. Слушаюсь. Сейчас вызову лимузин. Сейчас ночь. Я такая дура, что бежала из дома. Пожалуйста, помогите мне вернуться. Как я все это ненавижу. Что? Когда у женщин что-то не получается, как они хотят, они всегда сваливают на судьбу. О чем вы? Вместо того, чтобы взять полную ответственность на себя, вы вините судьбу. При чем здесь судьба? Это чушь. Зачем надо было брать с собой ребенка? Гонялись за мужем? Но ребенок-то при чем? И сейчас у Лены жар, а вам приспичило ехать в аэропорт. Вы соображаете, что вы творите? У вас есть ребенок, да? У меня была дочь. Ее звали Лиз. Ей было всего 3 года, когда я ее потерял. Любовник моей жены Бром издевался над ней. Совал в рот сигареты, поил пивом. 3 года. Я понимаю, жена нашла себе любовника, а дочь погубила. Когда я думаю о судьбе моей дочери, я знаю, кто виноват. Я их взорву к чертовой матери. Они думают, что сбежали и концы в воду. Они ошибаются. Вы все ошибаетесь. Вы куда? Я пойду посмотрю, как она. Никуда вы не пойдете. Но садитесь, я сказал. Я не хотела. Заткнитесь. Вы отсюда не выйдете. Руки. Ларри, я клянусь, я знаю. Руки за спину. Хорошо. Только, пожалуйста, не трогайте ее. Не делайте ей больно. Вы в своем уме? Разве я могу причинить ей боль? Просто мне надо съездить за лекарствами. А вы пока посидите. Не верю женщинам. Ничего не могу с собой поделать. Не пугайтесь, это я. Я сниму пластырь. Только давайте сразу договоримся, никаких криков. Я уже сказал, я хочу вам помочь. Договорились? Спасибо. Вы видели, он меня связал. Каким образом здесь очутились? Вы что, все время за нами ездили? Это долгий рассказ.
Я слышал, ваша дочка заболела. Да, у нее жар. Я невольно подслушал ваш разговор. Этот Ларри поехал за лекарствами для вашей дочки. Я думаю, может быть, он не такой уж злодей. Слушайте, мне плевать, что вы думаете. Злодей, не злодей. Мне надо скорее отсюда с Леной выбраться. Да помогите же! Там снаружи замок. Да я знаю, что замок. Но я не знаю, найдите какой-нибудь топор, лопату, взломаем. Слушайте, ну что вы стоите? Послушайте, даже если мы откроем дверь, как мы доберемся до города? Как? На вашей машине? Да нет у меня машины. Как-то у вас нет машины? Ну так вот, когда на дороге мы расстались, я решил за вами поехать, бензин кончился. Ну, кончился бензин. Найдем бензин и поедем. В чем проблема? Да нет, ну бензин, может, мы и найдем, а машину мы не найдем, потому что я оставил ее и кругами ходил по пустыне, и все, я заблудился. И что же делать? Вот я и говорю, надо подумать. Послушайте, а у вас есть пистолет? Нет. Возьмите хоть это, не знаю, мало ли. Слушайте, а вы-то здесь что делаете? Сами по своей воле или по работе? Следить за кем-нибудь? Да нет, у меня жена американка. Американка? Ну и как они, эти американки? Что, неужели лучше наших? Да нет, ни лучше, ни хуже таких. Это к чему? Тоже он хотел. Дур такая. Пику мужа. Он с кем-то, я ему с кем-то. Мол, смотри, вот муж американец. Глупость-то какая. Не вышло? Передумала. Не могу больше. Господи, как же домой хочется. Нашего русского какого-нибудь хорошего. Да, разочаровались. Как я могла разочароваться? Я их и не видела толком никого. Он видел одного этого Ларри. Ничего, даже вроде бы кажется, что симпатичный. А на самом деле полный псих. Знаете, вот интересно. Учила английский в Москве, думала, мне практики не хватает. Приехала тут в Мексике, наговорилась. А сейчас с вами по-русски, как глоток свежего воздуха. Да, у меня тоже такое было. А вы где живете? Я? В Лос-Анджелесе. А, ну да. С женой? Да нет. Жена в другом месте. Развелись, что ли? Нет, не развелись. А что ж? В тюрьме у меня жена. Не прикасаться. Это запрещено. Такая история. Сеньор Моралес. Сеньор Моралес. Белый койот в городе. Это его машина. Понял. Это вы себе берете? Нет, дочке. Значит, пусть она это выпьет утром. А это дадите перед сном. А корешок пусть она жует и жует весь день. А сколько лет дочке? 6. Отойдите. А как ее зовут? Рэйчел работала танцовщицей в ночном клубе. Я даже не знал, что хозяином клуба был ее первый муж.
Тебе вам скажу, не из приятных. Мой муж со мной даже не попрощался. Сбежал секретарь. Ни записки, ничего. Оставил в конверте 5000. Просто деньги, даже ни слова. Помните, как мы договаривались с вами? Да, я отвлекаю Ларри, чтобы вы проникли в дом. Только вы, пожалуйста, поосторожнее его пистолет. Хорошо. Здравствуй, маленькая принцесса. Выпей лекарство. Не хочу. Где моя мама? Мама? Мама спит. Выпей. Это тебе поможет. Умница. Она тебе нравится? Ее зовут Радуга. Она наделена магической силой, смотри. Она может тебя поцеловать. И меня тоже. Я дал ей лекарство. Надеюсь, это поможет. Пойдем, она хочет вас видеть. Потерпите, будет больно. Извиняюсь. А теперь пойдем. Эй, Фернандо, ты думаешь, если твой брат работает в таможне, то тебя никто не тронет? Ошибаешься. Тебе надо с нами делиться, Фернандо. Не будешь платить, пеняй на себя. А где я возьму деньги, сеньор? Бизнес идет плохо. Вот как. Бизнес идет плохо. А как у тебя с другим бизнесом? Я не понимаю, о чем вы говорите, сеньор Моралес. Он не понимает. А ведь и правда, откуда ему знать? Ты за дурака меня держишь, да? Неужели не догадываешься, что я все знаю о твоем другом бизнесе с белым койотом? Я тебе обещаю, я прикончу твоего приятеля. Вопрос только. Хочешь ли и ты сдыхать вместе с ним, а? Твоего Ларри уже разыскивает лос-анджелесская полиция. Но до того, как я его сдам, я хочу урвать свой кусок. И ты поможешь нам разыскать этого негодяя. Я бы помог вам, сеньор Моралес, но я сам ничего не знаю. Хорошо, хорошо. Ты знаешь Хуана? Да. Хорошо, хорошо, молодец. Так вот, Хуан сказал мне, что ты работаешь с Ларри и отлично знаешь, где он живет. Он сволочь, он это придумал. Может быть, он и сволочь. Но он не дурак. Считаю до трех. Раз, два. Хорошо, хорошо. Я скажу, где он живет. Только не стреляйте, сеньор Моралес. Ты оказался умнее, чем я думал. Пойдем. Я считаю, Лене надо остаться со мной. А когда вы устроитесь, она к вам вернется. Ни за что. Послушайте, у меня есть дом, у вас нет. У меня есть деньги, у вас их нет. Вам грозит опасность, мне нет. Неужели вы не понимаете, вы для нее чужой? Она привыкнет. Правда? Она моя дочь, и я не собираюсь ее никому отдавать. Понятно? Да.
тарелку. 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 Катя хочет кушать. Ням-ням, понимаешь? Что она говорит? Что кукла хочет кушать. Да, кукла проголодалась. Пойдем на кухню, я что-нибудь приготовлю. Давайте возьмем. Ты говорил, что дядя плохой, а он хороший. Нет, солнышко мое, он, у него есть пистолет, и он не хочет нас отпускать. Не хочет? Не хочет. Вон он, видишь? Ты ему понравилась, да? Нет, нет, не из-за этого. Поэтому. Просто он хочет быть твоим папой. Он хочет быть моим папой? Зачем? Не знаю. Скучает, наверное, по своей дочке. У него есть дочка? Не знаю. Была. Бедный. Я тебе сейчас что-то скажу, только ты, пожалуйста, не пугайся. Будь умничкой, хорошо? Вилки. Спасибо. Тут есть один дядя, и он хочет нам помочь. Только ты, пожалуйста, не пугайся, будь умничкой, ладно? Какой дядя, где он? О чем вы говорите? Я ее уговариваю остаться с вами. Странно. Но мне кажется, что речь шла не об этом. Откуда вы знаете? Вы не говорите по-русски. Я и так все вижу. По ее лицу. Дети не врут. Вы меня ищете? Бросьте пистолет, если не хотите потерять дочь. Бросьте пистолет. Что вы делаете? Вы что, с ума сошли? Отпустите ее! Отпустите, я говорю! Отпустите! Вы куда это? Ключ-то у меня. Выходите из машины. Нет. Послушайте, я не хочу, чтобы все кончилось плохо. Я предложил вам помощь, а вы... Немедленно откройте дверь. Мне не нужна ваша помощь, я хочу домой. Вы никуда не уедете. У меня есть пистолет. Если вы не откроете, я буду стрелять. Эй, койот! Пожалуйста, не стреляйте, там ребенок. Посмотрите, где ребенок. Слушаюсь, сэр. Не убивайте его, прошу вас. Я русский полицейский. Что такое? То американская полиция мне указывала, а теперь еще и русские влезли. Что происходит? Все хотят мной командовать. Вы что, ранены? Обо мне не беспокойтесь. Тогда стойте и не вмешивайтесь. Ничего. Ничего. Не волнуйся, все будет хорошо. Рита, подойдите ближе. У меня есть деньги. Не надо, помолчите. Я копил их для дочери, но... Они в сарае. Войдете, два шага влево, потом еще два влево. Под фанерной доской. Много денег для вас. Мне больно. Что будем делать с русскими? Оставим их русскому копу. Пусть созванивается с Москвой и вызывает такси. Поехали. Подождите, подождите. Не открывайте.
Вы слышали, в Лос-Анджелесе в таких пакетах посылали взрывчатку? Пожалуйста, я вас прошу. Сомов. Я? Да. Помните, мы как-то виделись в парке? Я вас помню. Только откуда вы знаете мое имя? От Сомерса и Макмиллана. Я их босс. Значит, вы Марч? Да. Я много слышал о вас. Слышали, что я сумасшедший, да? Нет, я слышал много хорошего. Не сомневаюсь. Они вам сказали, кто нашел Брома? Брома? Это тот, кто взрывал фармацевтические компании? Нет, не успели. А кто его нашел? Сумасшедший. Правда? Я собственной персоной. Как? Его настоящее имя Мигель Санчес. Он талантливый биохимик, создал уникальное лекарство. Но его отклонили крупнейшие фармацевтические компании. Я предчувствовал, что... Ну, в общем, это подтвердилось. И Релко, и Сторджес отказали Санчесу. Он захотел отомстить. А кто тогда этот Бром? Не Бром, а Брома. У Мигеля Санчеса странное чувство юмора. Брома по-испански значит «шутка». Выходит, Сомерс зря потратил время на его поиски. Это была одна из наших тропинок, она никуда не привела. Так бывает. Между прочим, это вам. Грамота за героизм. Я решил вручить ее собственноручно. Собственноручно? Почему? Я много слышал о ресторане «Русская рулетка», но меня туда почему-то не приглашают. Считайте, что я вас пригласил. Считайте, что я приглашение принял. Рад был встрече. Вам лучше? Да. Я буду справляться о вашем самочувствии. Еще раз поздравляю. Марч сказал, что нам надо чаще тебя занимать. Ты ему понравился. Как плечо? Нормально. Ты знаешь, странно, это плечо как магнит, притягивает пули. Почему-то именно это. В следующий раз подставлю левое. Я тебе подыскал хорошего доктора. Тебе понравится, он русский. Марч сказал, что нашел Брома. Да, Брома, шутник. Выходит, на Ларри зря наехали. Посадили мужика в тюрьму, в общем-то, ни за что. Что значит «ни за что»? Он перебрасывал людей через границу и греб немалые деньги. А как Рита и Лена? Они вернулись в Россию. Привет, Сомов. Доктор сказал, что ты идешь на поправку, как Мавр. Прекрасно. Мы провели время, как молодожены. Он спал на моей стороне кровати, подавал мне пиво и рявкал на меня, когда я поздно возвращался. А зачем стакан, Рой? У меня есть тост, такой, что придется выпить. Мы не на работе, так что... Что за тост? Простой, но тебе понравится. Да? Не сомневаюсь. Только не свались с кровати. Итак, за твою внучку, Сомов. Что? Звонил твой сын. Его жена родила девочку. 2 килограмма, 200 граммов. Что, Сомов, это хорошо или нет, 2-200? Это здорово. Просто здорово. Будем здоровы. На здоровье. Поправляйся скорей, Сомов.
Чудо мое, Чумазе. Ну что ты нос повесила? Мам, а мы поедем к дяде Ларе? Нет, это далеко. Он не обещал. Обещал? Когда? Когда я болела. Глупенькая. Как же ты поняла, ведь он ни слова по-русски. Он мне шепнул.